Казанский университет стал локацией для съемок международного проекта «Кино за 7 дней». Съемочная группа отсняла несколько сцен в дворе главного здания для короткометражного фильма о любви Лариса. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Это не просто выпускная работа студента Института культуры, а вполне серьезный процесс съемки кино для международного альманаха из короткометраж, где 10 команд из разных стран снимут 10 фильмов в разных жанрах. Объединяет все работы одно – Казань. Все эти фильмы собираются в единый альманах и будут показываться на фестивалях и в прокат. В этом году у нас три команды российские – это две команды из Санкт-Петербурга и одна команда из Казани. Помимо России, съемки пройдут в Новой Зеландии, Китае, Румынии, Германии и других странах. Каждая команда снимает фильм за 7 дней, хронометражом не более 7 минут. Учитывая все ограничения на въезд в Россию, у нас немножко такой интересный формат получился онлайн. У нас зарубежные наши гости, они снимают каждый в своей стране, а в Казани вторая команда снимает для них материалы казанской части, которая привязана идет к России. Фильм называется «Лариса». Это история о девушке, которая узнает о том, что ее отец из Казани. В последние годы до распада СССР ее родители познакомились в столице Татарстана. Мать героини училась в Казанском университете. Девушка получает известие от отца, в котором он завещает ей наследство. История повествует об обретении себя и своих корней. Лев Диденко, Виолетта Басова, Универ Ньюс.